1. Ди Мария низом играет. Пятка дает ему Бензема. Ди Мария. Удар 2-0. Потрясающая атака мадридского Реала с передачами. Очень быстро. Все это так лихо сделано, смонтировано, если хотите. Но ни одна команда за ними не успела бы просто. 2-0. Дубль Роналдо. Так, и очень хорошая передача. 3-3. Томаш Пекхар. Нет, это не Пекхар, это Глоуша. Вот Пекхар прибежал порадоваться. Адам Глоушек. Чешский футболист. Свистка. 2-0. Буднично как-то все, вы знаете. У меня ощущение, что я смотрю электронную игру. За спину защитником на Гамеро. Здесь же на Самперио пас дошел из глубины. Перевод Трек. Входит, обыгрывает. Классный гол. Гол имени Даниэля Стариджа и Луиса Суареса. 2-0 в пользу Ливерпуля. Вот она, эта связка воссоединилась и сработала за 10 минут до перерыва. Ну просто великолепен Старич здесь был. И, конечно, началось-то все вот с этой конфетной передачи Стивена Джерарда. Положил себе мяч. Куман. Ух ты, який момент! Санта-Крус гол забивает! Рак Санта-Крус! 1-0. Так несподівано Манга відкриває рахунок поєдинку. На 23-й хвилині. Захист Валіа Лоріда дає катастрофу.